распродажа телевизоров в ценоломе. Телевизоры с выходом в интернет от 10 999 рублей. Ценолом. Современный телевизор в каждый дом. Свободный отряд полиции Тувы отправился в служебную командировку в Северо-Кавказский регион. МВД региона организовало традиционные проводы, в котором приняли участие руководство ведомства, родственники, друзья и коллеги сотрудников, отправляющихся в командировку. Руководство МВД Тувы выразило уверенность, что сотрудники полиции, как и в период предыдущих многочисленных командировок, в полном объеме выполнят поставленные перед ними служебные задачи. С напутственным словом перед собравшимися выступил заместитель министра внутренних дел МВД Олег Дьяченко. И по возвращении домой в полном составе продолжите нести службу, а предстоящие 6 месяцев командировки в обстановке постоянной боевой готовности только укрепят ваши морально-деловые качества. Отмечается, что отряд был сформирован из сотрудников различных подразделений МВД и территориальных отделов. Перед отправкой в командировку полицейские прошли теоретическую и практическую подготовку. На территории Северо-Кавказского региона бойцы сменят стражей порядка, полугодовая командировка которых подходит к концу. Полицейские будут оказывать содействие коллегам из местных территориальных органов внутренних дел, поддерживать правопорядок и безопасность граждан на вверенной территории. В связи с пожароопасным периодом в республике и в столице в частности, в мэрии Кызыла сформирован и утвержден состав и порядок работы патрульно-профилактической группы, направленных на выявление случаев несанкционированных палов сухой травяной растительности и обеспечение иных мер противопожарной безопасности. Возгорание сухой растительности, в том числе и из-за человека, является одной из основных причин возникновения природных пожаров. Работа патрульной группы будет направлена на предупреждение пожароопасных ситуаций. Совместно с сотрудниками первого отряда Федеральной противопожарной службы и управления МВД по городу Кызылу, специалисты мэрии будут проводить рейды на территории частных домовладений, садоводческих обществ и популярных мест для отдыха граждан. Нарушители, создающие пожароопасные ситуации, будут привлекаться к административной ответственности. В этом году в российском телевидении произойдет знаковое событие – переход на цифровое вещание. Уже летом с 3 июня вся Тува перейдет с действующего пока аналогового вещания на бесплатный прием цифровых трансляций федеральных телеканалов. Означает это одно – нам всем нужно позаботиться о том, чтобы наши близкие люди были подготовлены к переходу к заветной цифре и не остались без телевизионного сигнала. В связи с этим Минсвязи Тувы объявляет челлендж «Подключи близких к цифре». Принять участие в интернет-вызове может каждый житель Тувы. Для этого необходимо разместить в социальных сетях фотографию готовности к переходу на цифровое телевещание. Как пример, это могут быть семейные фотографии перед телевизором, фотографии, как вы смотрите любимый телесериал и как дарите специальную приставку для цифрового ТВ бабушке, дедушке или другому близкому родственнику, чьи телевизоры старого образца и поэтому не адаптированы к приему цифровых сигналов. Чтобы люди не остались без любимых телепередач и привычного досуга после 3 июня этого года, Минсвязи призывает всех и каждого проверить свои телевизоры. Если они нового образца, цифровой сигнал будет пойман автоматически. Если телевизор старше 2013 года выпуска, к нему нужна специальная приставка стандарта ДВБ-Т2. А жители Тувы наряду со всей страной смогут смотреть 20 основных федеральных телеканалов в цифровом качестве. И что важно, пользоваться телевидением можно абсолютно бесплатно в любом районе республики. В этом году в 73 домах будет проведен капитальный ремонт. В текущем году, согласно проекту краткосрочного плана, планируется провести капитальный ремонт в 73 многоквартирных домах Кызыла на общую сумму более 45 миллионов рублей. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем будет проведен в 6 домах, крыши в 3 домах, фасад в 1 доме, элеваторных узлов в 63 домах. В 6 многоквартирных домах будут установлены общедомовые приборы учета потребления коммунальных ресурсов. В 1 доме будут заменены 2 единицы лифта.
лифтового оборудования, собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов по Кызылу за первый квартал 2019 года составляет около 72,5%. Изначальных 13 миллионов рублей собрано около 10 миллионов рублей. Мэрией города Кызыла прорабатывается вопрос с некоммерческим фондом капитального ремонта о включении в краткосрочный план многоквартирные дома с водозабором ГВС и системой отопления по адресам: улица Ленина, 46, Кочетова, 62, 92, 94, 102, Щетинкина, Кравченко, 73. Специалистами мэрии Кызыла подготовлены и представлены технические условия на проектирование данных домов. В настоящее время фондом решается вопрос о выделении софинансирования. И о курсах валют на сегодня. Доллар составляет 64 рубля 7 копеек, евро 72 рубля 24 копейки. Девятнадцатого апреля Центр оформления земли и недвижимости «Азимут» проводит День открытых дверей, консультации по земельным, кадастровым, имущественным и юридическим вопросам. Совершенно бесплатно. Улица Кочетова, 95. Телефон 30609. Пора переходить на цифровое телевидение. Пора? Пора! У нас современный телевизор 32 дюйма можно купить всего от 8999 рублей. Ценолом. Цифровое вещание в каждый дом. Милый, я хочу машину. А машина хочет хороший уход. Магазин «Химтоп». Большой выбор автохимии, от автошампуня до полироли. Товары для автомоек, автокосметика и многое другое. «Химтоп». Аюна Курседи 103/2. Ики Кава. Намасте. Меня зовут Биту Малик из Индии. Дорогие друзья, мы все вместе приготовили совместную песню, так что всех вас ждем. 28 апреля в ДНТ. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Тело ребенка 6 лет нашли в реке Эрзин неподалеку от районного центра Эрзинского района. Напомним, что 14 апреля вышедший из дома в обед ребенок не вернулся домой. В результате опроса малолетних было установлено, что последний провалился под лед на реке Эрзин. Поиски длились долго, лишь на четвертые сутки спасатели смогли извлечь тело. Как отметила Ольга Рассова, уполномоченная по правам человека в Туве, тут однозначно нужно ставить вопрос об ответственности самих родителей. Тем более инцидент произошел в воскресенье, когда никто, кроме самих родителей, не несет ответственности за безопасность детей. В Туве объявляется конкурс на присуждение премии в текущем году лучшим учителям республики за достижения в педагогической деятельности. Министерство образования и науки региона извещает о начале конкурса лучших учителей Тувы для присуждения премии из федерального бюджета за достижения в педагогической деятельности. Конкурс проводится для стимулирования учителей к совершенствованию преподавательской и воспитательской деятельности, развития их творческого и профессионального потенциала. Размер премии – 200 тысяч рублей. Участниками конкурса могут быть учителя, имеющие стаж педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом работы которых является образовательная организация. Лица, осуществляющие в указанных образовательных организациях только административные или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют. Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе – 13 мая. Выходные для прохождения диспансеризации. Пройти плановое обследование может как работающий человек, так и временно нетрудоустроенный, а также студенты. Для этого необходимо приготовить паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Программа диспансеризации включает несколько этапов. На первом этапе специалисты делают вывод в отношении группы здоровья человека от 1 до 3. В этом году работнику для прохождения диспансеризации полагается один дополнительный выходной день. Лицам предпенсионного возраста – 2 выходных. Законные выходные будут оплачены. Воспользоваться возможностью проверить свое физическое состояние могут лица, достигшие 21 года и выше, с 3-летней периодичностью. Вся процедура на первом этапе занимает 2-3 дня, в течение которых человек получает направление и проходит амбулаторные исследования. Диспансеризация 2019-го предполагает, что в нее входит биохимический анализ крови на уровень сахара и холестерина. С 49 лет анализ кала на скрытую кровь, а для женщин – онкоосмотр. Всем необходимо пройти флюорографию и иметь с собой свежий результат. Перечень обследований
требований меняется в зависимости от возраста человека. Среди обязательных программ в следующем году стоит выделить электрокардиограмму мужчины после 36 лет, женщины после 45 лет. Кроме того, женщины с 39 лет проходят маммографию, мужчины 45-51 года сдают анализ на простатический специфический антиген. По республике облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь. Снег, мокрый снег, днем местами небольшой снег. В Кызыле облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, ночью 5-10 метров в секунду, порывы 20-25 метров в секунду. Пыльная буря, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем плюс 20-22 градуса. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595-555. Распродажа телевизоров в ценоломе. Телевизоры с разрешением Ultra HD и Smart TV от 22 999. Ценолом. Новый телевизор в каждый дом.